С самого утра в коридорах станичной амбулатории людно. Кабинеты приехавших врачей не пустуют ни минуты. К окулисту станичникам попасть непросто. Нужно ехать в город. В рамках Дня здоровья проблема упрощается. Доктор приезжает сам. Да и стоматолога без талонов и очереди посетить полезно. У нас очень много пожилого населения, которые не в состоянии каждый день ходить в амбулаторию. А так они вот раз их привезли раз в день, они прошли все. Это надо делать почаще. Очень много сейчас заболеваний идет десен. Очень много. И эта болезнь сейчас молодеет. То есть даже молодое население очень приходит с пародонтитами, с пародонтозами. То есть надо раз в полгода смотреть и следить за полостью рта. Зинаида Ловлина в станице живет с рождения. Не пропускает ни один день здоровья. Экономит свое время. Говорит, удобно. Подолгу в очереди стоять не требуется. Все врачи приехали. И вот мы по кабинетам ходим, проходим к зубному и всем. Спасибо им большое, что они беспокоятся за нами. Все-таки сразу всех обойдем. Вот я пошла, я, например, не знала, что у меня холестерин повышенный, мне повышенный. Потом сердечные мне другие выписали лекарства, я пью одно и то же уже. Так что сердце, кардиограмму сняли, все это. А то надо туда идти, надо ехать, там очереди стоять. Мы же уже старые люди. В рамках Дня здоровья можно проверить кровь на холестерин и содержание глюкозы, пройти экспресс-обследование на кардиовизоре, сделать спирографию. Дни здоровья в Анапской пользуются большим спросом. У нас есть свои специалисты. К нам дополнительно приехали окулисты, УЗИ брахиоцефальных артерий. На данный момент времени уже прошло более 250 человек. В основном это люди трудоспособного возраста, которые не могут в другой период времени пройти этих специалистов. И люди из отдаленных это уголков нашего сельского округа. Всего День здоровья в Анапской посетили более 300 человек.